Привет-привет. На часах 7 утра, поэтому пока я крашусь, буду рассказывать о важных и интересующих меня во Франции вещах. Было много комментариев и, в принципе, очень много вирусилось в СМИ и в прессе про клопов во Франции. Поэтому давайте раз и навсегда разберемся с клопами. Для начала, клопы здесь были абсолютно всегда, потому что во Франции не супер чисто. В метро бывает очень много бездомных людей. Плюс все сиденья в метро сделаны из ткани, и в них очень часто любят сидеть и плодиться клопы. Но это все начало вируситься, когда была Fashion Week, потому что какая-то из моделей что-то там начала и сказала про клопов. Это было абсолютно распиаренное маркетинговое событие, и все боялись этих клопов, но все говорили про Париж. Поэтому да, клопов здесь нет. Но примерно в октябре мы боялись садиться в метро, признаюсь честно. Сейчас все без проблем садятся, и все хорошо, поэтому во Франции нет клопов. Я проверяла. Подписывайся, пока-пока.